Так, ну чё, пацаны, Хью 1968 миссия у нас. И тут... А что тут? Какой-то дворец, хуй его знает. Короче, тут одна цель всего. И 200 тикетов. Короче, бой будет долгий, блядь. Я понял. А нет, блядь, цели тут нахуя, пацаны. Короче, какой-то городской замес. На повестке дня, ребята. Самое пошел туда, цель заберу. А где, кстати, она? Ах ты, блядь, чуть обманули меня. Да сколько тут всего целей-то, ебать? Раз, два, три, четыре, пять. Пять целей, короче. Ну, до базы не до нашей никогда не дойдут, это можно вообще не париться, как бы. Да, да, пацаны, пацаны, забирайте вот эту хуйню. Так, так, желтый флаг. Это мы, да, желтый флаг? Красные они. А за кого мы играем туда? Что? Она нас за коалицию. Так... Бать, как бать, везется, блядь. Еботик, сколько тут нахуй. Жесткие, блядь, типы. Эй, браток. Нихуя ты устойчивый, блядь, слышь. Гусь. Мавританский, блядь. Бля, как в тире, ебать. Да, все. Ой. Блять, а там танк, кстати, да, хуй знает, туда попасть. А мне где танк взять? Я тоже хочу на танке покататься. Бля, дворец захватили, ёбаный. Ну вот тут он захватывает. О. Не, отсюда неудобно очень. Куда они пошли-то? Больно, сука. Ха. Ой, блядь, я тут пизда начал. А где, собственно говоря, она патроны? Так, тут я пройду. Мне кто-то куда-то в ту цель. Мы сейчас попробуем у них это захватить последнюю точку. Все, сдается мне, это будет, блядь, непросто. Тут целый мост, нахуй. Не можно. Думал, блять, вот и патроны. Хотя тут еще реактивная установка есть. Отдыхай, брат. Не, ну карта это не сложная, хорошо идет.
Ты чё, дурак? Я чё? Кричи, сука. Не поможет, блядь. Не, охуенная тема. Блядь. Тихо, блядь. Попроще, нахуй. Вы чё? Кто это такой, наш или кто это? Ты кто, блядь, я? Эй, чувак! Ебать, подожди, слышь. Браток, ты, блядь, не перепутал? Дурачок, блядь. Чтобы врагу не досталось вот это, блядь. Хуйте, надо я... того. А, нахуй. Все. Пацаны не получат больше такую хуйню. Ой, не-не-не-не-не-не-не, не надо перезаряжаться. Одна пуля была только. Так, это в ту сторону, да, на флаг захватить. Ну, они проебывают, хуйня, что нормально. Ебать, блядь. Это я, блядь, нырнул нахуй. Так, блядь, нажал, что они мне все теперь видны, блядь. А что, я теперь не вылезу отсюда, что ли? Блин. Это ху... это мне не нравится, эта хуйня. Ебать, тут... А не, есть лестница, отлично. Как это? Что другое. Нет, не надо. А что, тут есть где-нибудь аптечка там, нет? Нема. А что есть-то, блядь? Пиздец, тут хуй патронов хватит, так порешать себе, блядь. Отсюда не лезут, блядь. Без командира, как без рук, пацаны. Куда ты? Стой, блядь. Блядь, я дико извиняюсь, а патроны, блядь, есть тут? Как без патронов-то? Ёб твою мать, три патрона, блядь, что делать? Не совсем понятно. Не, он, блядь, появляется вообще из ниоткуда. Что это? Что за техника тут стоит? Вот это? Ну давай, поехали. Только меня сейчас срисуют отсюда по-быстрому. Я, кстати, по-моему, ни разу не сдох, блядь. Что ли, удивляюсь-то. Какую мне сторону-то? Нет, отсюда я приехал. Видишь, хуёво, как физика работает, не задавил я его, блядь. Паскуда, блядь.
спасение. А птичка вон. Ну, вижу. Так, это хуйня наверху, блядь. Здесь громкоговорительный, что тут? Что это может значить? Цель наша. Так, какую цель он, блядь, опять? Я дико извиняюсь, зачем по мне стреляли? Перейти можно. Да, тут цель опять захватили. Там и медикаменты есть, и патроны есть. Хорошее место. Надо его обратно прижарить. Они что-то пришли захватывать, потом не стали. Дурики хуй. Так, опять дворец захватили. Опять дворец забрали, а мы его обратно, хоп. Тридцать пять тикетов осталось. Пиздец, они убивают друг друга долго, блядь. Опять дворец забирают, да кто? Вон, пацан, бери эту технику. Блять, ты еще и выжил, блять. Ну, тут еще что-то осталось. Все, победа, пацаны, затащили, нахуй. Давай следующую миссию.